Праздничные утренники прошли во всех учебных заведениях накануне новогодних и рождественских праздников. Не стал исключением и Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Оршанского района. К этому празднику наши ребята готовились долго и ответственно, потому что детки с ограниченными возможностями также любят Новый год, как и их здоровые сверстники. Потому что Новый год – это пора подарков, волшебства, исполнения желаний, а также встречи со старыми друзьями. И сегодня у нас в центре в гостях наши добрые старые друзья. Это завод «Красный Борец», Оршанский льняной комбинат, Белорусская железная дорога, Беларусьбанк, департамент охраны, торговые предприятия города, компания «Орифлейм». Они сегодня пришли к нам с подарками, чтобы наш новогодний праздник превратить в волшебное представление, где исполняются желания. На Оршанском льняном комбинате сложилась добрая традиция именно в период рождественских и новогодних праздников поздравлять детей, которая находится, скажем так, немножко в другом состоянии, чем все наши дети. Вообще чужих детей не бывает, и как и не бывает тех детей, которые остаются у нас в стране без внимания со стороны государства, либо со стороны предприятий, учреждений, организаций, которые вот в период этих праздников приходят и поздравляют этих детей. Мы на заседании нашего трудового коллектива именно приняли решение, что оказывать помощь именно этому учреждению образования, потому что мы считаем, что и сами дети, и родители этих детей находятся, наверное, в самом таком состоянии, которое требует и повышенного внимания и со стороны государства, и нас, промышленников, для того, чтобы помочь им в их тяжелой работе по воспитанию этих детей. И поэтому неспроста мы здесь, с подарками, безусловно, с теплыми словами. И, наверное, эта традиция будет еще долго-долго. Приезжаем сюда. Каждый раз вот мы делаем экскурсию, и я не устаю поражаться, вот, наверное, к безумному какому-то мастерству людей, которые здесь работают, и ту красоту, вот, которую я вижу. Ну, я просто даже не понимаю, как можно сделать своими руками вот такое чудо. Вот мы побывали сегодня во всех кабинетах, и вот я хочу сказать, Ирина Константиновна, благодаря вашему персоналу, вот детям создается такое красивое место. Конечно же, я поздравляю всех деток и всех родителей с Новым годом. Желаю, чтобы в новом году произошли чудеса, сбылись какие-то мечты, которые у каждого есть, какие-то сокровенные вещи, которые, ну, наверное, каждый держит сам себе. И желаю, чтобы все равно всегда жить с надеждой и с оптимизмом, с тем, что все будет хорошо. И хочу, чтобы вот эта сегодняшняя сказка порадовала и нас, в том числе, которых уже давно-давно вышли из детского возраста. И вместе вот с вашими детьми, родителями, мы получили тоже такое удовольствие, которое давно не испытывали. И сказка состоялась с традиционными Дедом Морозом и Снегурочкой, зажжением елки и подарками. И мне хочется от лица администрации, сотрудников центра, родителей, наших воспитанников поблагодарить этих людей с большим сердцем, с добрым сердцем и пожелать вам в наступающем новом году всего самого-самого хорошего. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф».